сейчас точно что-то будет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет, друзья, с вами Кекс, Бути-Бути, всем вкусняшек мороженок. И сегодня, друзья, вместе с вами мы посмотрим историю любви. Love Story TV Woman и TV Man. Итак, друзья, смотрите, знаете, где я нахожусь? Это школа, ребята. Это школа ТВ-менов и камераменов. Итак, так вот, класс, дети, все дела. И вот она, друзья, ТВ-вумен. Она училка, учительница. Так, это ее столик. Так, все дети. А это кто? ТВ-мен? А почему он на задней парте? А че его сюда посадили? И почему он такой взрослый? Непонятно. Ладно, ребята, так. Чё-то он тут... Ох, нифига себе, вот это он озорничает. Так, разозлил. Он его, ребята, разозлил. Непорядок. А че он такой взрослый? Какой-то странный. Он второгодник, ребята! Может, даже не второгодник, он тут уже лет 10 в этом классе обучается. Его никак не могут перевести. Так, он ее сильно разозлил. Так, она очень злая, ТВ-вумен. Так, интересно, что будет дальше. Так, о, он тоже разозлился. А, смотрите, он разозлился. Нереально. Так, она его вызвала к доске. Так, он идет отвечать, ребята. Так, посмотрим. Что это он тут увидел? Он что-то тут увидел. Какие-то лекарства. Это урок химии, походу. Или урок микробиологии. Куда? Куда он сорвался? А куда он рванулся? Ты понял? Я не понял. А чё? Он просто решил сбежать от нее, ребята. Ему не понравилось, что она вызвала его к доске, и он ломанулся. Она тоже за ним побежала. Прикол, вот это жесть. Офигеть. Он сорвал ей урок, ребята. Она разозлилась, так. Он ее заметил и снова сваливает. Офигенно. Вот это закрутили сюжетик. Так, ребята, куда он спрячется? В туалет? Я думаю, она здесь его не найдет. Она очень злая. ТВ-вумен очень злая. Капец. Но почему она не пошла сразу к директору? Почему она за ним сама побежала? Вообще непонятно. Бля, как она его выследила? А как она его выследила? Ля, странно. Так, блин. Все, попался, пацан. Блин, давай! Так, он снова убегает. Нет, все. Что такое? Что случилось? Да, она его поймала? Это как? Офигеть! У них что, ребенок? Что такое? Ля, снова убегает? Короче, я понял, это да. Смотрите. ТВ-мен и ТВ-вумен. Муж и жена, у них ребенок. И она его училка. А он учится в ее школе и даже в ее классе. Вот это капец. Бедняга, ты представляешь? Если тебя бы учила твоя жена каждый день и ставила тебе бы двойки, это капец. Я бы сам от нее сбежал. Понятно все. Офигеть, блин, она, видно, заботится, она хочет, чтобы он получил высшее образование, а ему пофиг, он вообще не хочет учиться. Ладно, ребята, и так он сбежал. Прикольно, ребят, поставьте лайк, прикольная история, мне нравится. Вообще, вот это замут. Нифига себе, смотрите, ребята, автомат. Он что, ее грохнет? Вот это да! Он ее грохнет, ребята! Блин, ладно, посмотрим. Интересно, реально интересно. Ля, откуда она тут взялась? Как она тут появилась? Это капец, ребята, блин. Давай, ребята, за кого? За ТВ-вумен или за ТВ-мена? Бедный, блин, второгодник. Капец.
Вот это да. Так, что-то мне напоминает эта история. Где-то я такое уже видел. Где-то я... О, вспомнил! Вспомнил! Прикольный был фильм. Старый-старый-старый фильм. Так звалась в этот. Все точно. Здесь она нас не найдет. Так, она злится, ребята. Она очень за. А это, походу, его любимая машина. И сейчас она его раздолбает. Блин! Вот это да! Как она разозлилась! А как же этот фильм назывался? Точно такой же сюжет. Одна учительница и у нее муж учился в ее же классе. Такой же взрослый. Блин, такой классный фильм. Как же он там назывался, я не помню. Ну ладно, я вспомню, я вам скажу. Очень крутой, смешной кинокомедия. Так, уже она его найдет. Ужели она его найдет? Как она его находит? Я не пойму. Как? Может, из-за того, что он ее муж? Здрасте. Все, друзья, он тоже разозлился. Сейчас что-то будет. Сейчас точно что-то будет. Ой-ой-ой. Блин. Блин. Ну зачем же так грубо? Она же девочка. Блин. Свобода важнее, ребят. Он и долбанул. Так самое интересное, что сегодня он хоть и сбежал, ему придется возвращаться домой. А знаете почему? Да потому что она его жена. Капец, он должен еще в школу идти. Бедняга, блин. Реально его жалко. Так, друзья, у нас следующая история. Так, и вот, друзья, ТВ-мен. Сейчас день рождения у его маленького сына, друзья. И он с ним гуляет. Вот этот маленький ребенок ТВ Мэн. Так, день рождения, вкусный тортик. И у нас здесь такая маленькая импровизированная какая-то вечеринка, но какая-то она странная, потому что одни шарики. Да. И смотрите, ребята, что это там? А что это там такое? А что это? Какой-то шейк. А, это шейк! Это шейк, вот этот самый вкусный, который сейчас очень популярный. Шейк этого мистера... Ля! Ловушка! Это ловушка была! От кого? Это Гримас! Гадкий Гримас! Блин, 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 блин! Все, друзья. Ребенок ТВ-мена попал в ловушку. Это капец! Блин! Сейчас его Гримас или сожрет, или сожрет этого ТВ-мена. Где ТВ-вумен? А где она? Может, она сейчас появится? Куда ты лезешь? Куда он лезет? Он же по стенам умеет лазить. Офигеть! Ну что, ребят, давайте так. Посмотрим, понравилась вам эта анимация, этот сюжет. Если что, могу еще что-нибудь такое прикольное поставить. Вместе обсудим, посмотрим. А с вами был я, Кикс. Будем всем счастливы. Всем пока!